А Честер вылетел во время трая, да? Нет, ну на вальках, вальки скинули же за багай, багает. Ты заходил. Вот сейчас все чуму вытащили, и в шапкере быстро сдохли. Ни одной чумы не проебали. Значит, мне мелкий нужен один. Гимны не бесконечные. Вот вы кто говорите там, гим, блядь, говорите ник. Гимна всего три. А не так, что, ну это не волшебство, блядь. Гимн, блядь, и тебе что, гимн уж бесконечно будет даваться? Может этот перекурчик минуты 2-3, это он люди просто напишут. Да идите курите нахуй, поебать хули, конечно, еще ну, завтра бля, продолжим. Люди сейчас, сейчас. Пошли, идите курите, не надо ничего говорить, не объяснять ничего, идите, блядь. Нет, завтра, тебя, завтра эту хуйню будем продолжать, не дай бог, если сегодня не убьем. А попыток там хоть сколько? 13. Продолжать мы будем недолго. Ну да. 13 раз. Где там шрифт ебаный, блядь? Ампесо красиво вернулся, когда его Валька выкинула вниз расовой. Да надо вообще нахуй, кто Иридары, надо вообще на краю им стоять, если ты РДДшник. Локи, как вы играете, притон с некромантика, объясните мне тактику. Локи, маги, Иридары могут на краю стоять. Их просто можно не бить нахуй, мы сразу убьем. У магов, кстати, да. Можем вот с магами анонсить, но там не всегда прокают, сразу скажу. Там иногда они прокают, блин. Да по идее это вообще баг. Ни локи, ни маги не могут, по идее, ни локи могут. Иридары, кто в рейде? Давай посмотрим. Он имеет в виду, что по близлайку типа не могут. Да, да, да. По крайней мере, по близлайку нихуя не канает такая тема. Может, на Сирусе... Ну, тут нихуя не близлайк. По близлайку локи телепортируются. Гоблин. У гоблина прыжок есть, да? Тоже может вернуться. Мастер. Вот да. Надо, чтобы все, кто и может вернуться, с краю. Гоблины сейчас недалеко прыгают. Ну сколько это недалеко, это сколько? Ну вот от столба сколько они прыгнут? Метров 8, может. 8 это хуйня, конечно. Я не знаю нахуй. И так призы нас пекнули, блядь. И синтекс ебался, блядь. Десять что-нибудь написал? Нет, вот, первый, ничего что-то не написал. Рыбку только поставь. Нету еще всех. Геншина Хукмастера нету. Тут каждый второй Иридар нахуй.
Нет, значит, на рожденных что-то нахуя тоже. Ебать. Значит, на рожденных штук 10 уже нахуй. Так разом долларов. С долларов штук 15. Суманите, пожалуйста. Вот Вадикона Стой. Можно не бить, нахуй. Вадикон, слышишь? Стой на краю, нахуй. И как тебя схватит, просто вернешься этой хуйней Эридаровской. Так Вадикон, Вадикон Зандалар. Песа только на Эридар. Только Песа на Эридар. А, Зандалар точно. Рарник. Эридар и Песа. Делать Эридаров, нахуй, будем на краю стоять. Свапните хукмастера во вторую пати, киньте его. Валик бить. Баф даст ДПСу. Немножко. Где Бенстиллер? Я тут. А холидринка с первого можно? Только такие же бафы. Капельницу поставлю вам, ребят, шарнитесь. Взял холидринку, поменял. Забрали Зандалара. Забрали Зандалара, дали холидринку. А я тут. Не ебу нахуй как надо, нахуй. Обратно. Ёбаный в рот, бля. А весь стоим, если он нельзя было, туда можно кинуть, и будет у них Эридар, Зандалар и все, кто надо. Синтек, блядь. Алло, блядь. Сломался, нахуй. Норм шарнулись. Бать, заебало, нахуй, ебаный рот. Сейчас его выкинет. Блять. Обезьяна улетела. Че вы делаете? Да выёживал. Мы устроили дискотеку, как будто лича убили, лол. Надо расслабиться, все в тильте. Всем тильта. Бля, как там у Джимбо было? Такой этот грустный трек. Fallen. Не, ну текст ты помнишь? Вот, у меня в голове играет. Да, но петь не буду. Нет, ты просто мне напиши. Запускаю. Рыбу поставь. Блять, надо ее с гибанка взять. Я поставлю. Это не серьезно, нахуй. Вместо того, чтобы тратить ДПС на валик, мы могли бы лича переводить за 3 волны, блять.
пробегаем. Ловушка, секунда. Ловушку взорвать. Прыгайте вниз. Вам самим не хуёво от этого? Песа бежит, на нем чума и ловушка. Топа, Бидон и Геншин вздыхают от ловушки. Как вы это прокомментируете? Бежим. Совсем бичи, блядь. Тогда апельсинку возьму. Бери на всех. Тука. Бидон, где твоя фласка? Шектор. Чё? Фласка где? На мне. Всё на мне. Какая? Ты про на хастон? А, драконьего у тебя. А зачем мне, да? Мне дракон. Где Биг Дэм, блядь? За апельсинкой пошел. Спасите, пожалуйста. Запустил. Блять,
Где... Пройдите, пройдите. На тебе ранг. Вся эта хуйня. Да, не-а. Я тоже посмотрел по ДБМу, сука. А, я тоже смотрел. Тоже смотрел на ДБМ, но отбегал. Ну, все остальные что, решили постоять. Что-то проносилось как-то или что? Мне было видно. Нарарника показывало. Да мне чуму показывало. И теневую ловушку выдал ДБМ на тебе, да. Это биг демо ДБМ хуёвый. Анонсит. Уберите. У меня что, расист есть, что ли? Расист? У тебя есть апельсинка. Апельсинка, да, заебись. Я какой-то старый ДБМ стоит вводит. Да мне вообще похуй. А, хорошо. Мне вообще похуй, говорю. Понимаешь, я не испытываю... Это отношение к рейду. Я не испытываю проблем отбежать от ловушки, нахуй. С ДБМ, без ДБМ, нахуй. Вообще поебать. Но в данный момент из-за тебя мы упали. Мы бежали за боссом, и ты его не провел. В смысле не провел, блядь? Ну как, кто сбежал за спиной, тех и выкинул нахер. Ты смотри на звезду, а не на босса. Босс кастует. Блядь, ты же ведешь как бы. Я еще раз говорю, смотри на звезду, а не на босса. Босс кастует. Он может стоять, кастовать призыв урдалака в ловушке. 3 секунды, нахуй. И хуй ты что сделаешь? Можешь стоять в боссе, нахуй, дальше. Поебать вообще. Не, ну он же двигается все равно. Ты видишь, подобаем. Я еще раз говорю, блядь. Если это непонятно, я еще раз повторю, блядь. Босс может стоять прямо в середине ловушки и кастовать призыв урдалаков. Нужно признавать есть... свои ошибки. Если вы это не заметили, это, ну... Я не знаю, стойте рядом с боссом всегда, нахуй. И улетите на ловушке стопудово. Я под плащом стою. Я каждую ловушку пробегаю, блядь. Стойте дальше, я хуй знаю. Чё жрать не могу? Ты... Чья толстая жопа? Чё толстая? Текстурки, блядь, ёбаный. Допустил. Пиздец. Сука. Сова с огнём, которая. Кто это? А, всё. Равист. Огненный равист. Сожгли сову просто. Тогда пончиком надо было включиться с воином, а не со мной. Еще сколько у нас попыток? 11. Сегодня до нуля играем. Чтобы не обидно было, да? А завтра что? Ну правильно, сейчас народ навайпившись вообще будет сидеть до нуля. На Халеона идем завтра? Все в ваших руках. Хотите вайпайтесь, хотите сыграйте 15 минут нормально. Нихуя сложного. Просто раскрыть глаза. ДПС охватит. Это сами знаете, что ДПС охватит. Просто надо выжить, вынести всю эту хуйню. Выбежать с ловушек. Каждую ловушку пробегаем. Она каждые 15 секунд. Каждый раз пишется человек, теневая ловушка на мне. Главное стоять только не наперед, чтобы нам было куда бежать. Помигаем. Везде.
Invisible. Норовисти. Чё, в рейде? Или чё? Или вынесу? Да, да. Чума есть на тебе? Нет. Ты где? Чуму вынесите? К вурдалаку. К шаркающему. Вынес? Вынесли. Всё, на нём да, чума да, нормально. Да. Ждем, надеюсь, сдохнет. Ой, бля, я думал, мелочь. Ой, куда бежит он, бля? Эро. Огромный хуя. Все в один камп. Готовьтесь выйти из подвалек. Под них нельзя налить оскорбление. Оскорбление секунда. Застаньте. Все, полечу, бьем. Сейчас одновременно вальки служим. Один кэмп. Смотрите на черепок, главное, отбегите от него раньше, наберите на оскорбление. Милики к глыбе выбегаете. Милики выбежали. Рарника не бейте, это кружок, кружок. И некроманку не бейте. Кружок не бейте. Пошли. Некроманка. Некроманка в треугольнике. Ромбик только бьем. Я уже полетел. Ромбик бьем. Все в ромбик стан разбиваем. Лича бейте. Все, теперь лича бьем. Вот ТПС выиграли. Локи сейчас в порталах там. Сначала оскорнение сейчас будет в центре, уйдите. И вернемся потом к звездочке. Оскорнение 5 секунд. Не налейте только в центре, чтобы лича можно было привести в сторону, налейте. Все, оскорнение сейчас. И все, и к звезде на портал полетим. Быстрее к личу. Быстрее, быстрее встали. Ну вот сова сбоку почему стоит. Вот, фулл АОЕ по этим валькам. Два. А меня не трогаем. А только треугольник бьем, остальные не трогаем. Ну а почему в центре она их хватает? Ромбик не трогайте. Да уже похуй, разбивайте уже. Он времени больше потеряем. Оскорнение 5 секунд, выходите из-под центра. Отошли, отошли. Разбейте, блядь, дамажить уже будет. Все. Все, обратно в центр идем. Нормально.
Надо будет потестить, кто может возвращаться, по-моему, вары еще могут. Коты. Ну, Эридары тоже. Но не на босса, но только не на босса. Да, 200 это не проблема. Мажем. Бидон у Инра залейте. Инры без КД, я смотрю, все. А, осквернение, секунда, вышли из подвалика. Осквернение разольется. Ромбик не бейте, ромбик не бейте. Другое бейте, что-то другое. Осквернение разлилось. Что-то другое бейте. ЛДПС по валькам. Что-то ромбик не бейте, не бейте ромбик, другое бейте. Треугольник стандайте. Треугольник, треугольник бейте. Все, лича бьем. Ромбик, ромбик. Вернулся? Вернулся? Вернулся. Да. Значит, вальки одновременно служат сейчас, как вторые, это пятая волна. Смотрим. Убило. Забери лича быстрее, забери лича быстрее. Так, я встал. Бля, что это что такое? Вы уже остались. Закинули нахуй. Бжим. Там камера играет, но надо успеть там. Чтоб ТТПшнуться. Ну там вообще на том, кого ты тэпнулся. Ну правую кнопку мыши зажимаешь и крутишь камерой право-лево. На платформу смотришь. И вот... Не, это я-то вижу, она просто на это. Вверх-вниз, вверх-вниз. Играет. Сейчас она вернется, стойте, не бегите. Говорю, стойте, не бегите, побежали нахуй. Вы что, пиздец? Вторая валька резнулась. Где Биг Дэм дрочит опять? Доедал. Где дома? Запускаю. Еще не ел ничего, блядь. Пришел сразу к вам. Ну, как только лича убьешь, будешь хавать. Он от голода умрет уже. Анорексия такая уже, пиздец. Кто быстрее умрет, лич или Биг Дэм, да, блин? Не-не, у нас трай быстрее закончится. Я сейчас ходу, блядь, на машине. Машину буксировал, блядь, почти... 8 километров, блять, от дома, нахуй. Холодина на трассу, блять, въебало, дует через окно, нахуй. Вообще, вот лучше тактику прикид. Рассказал, блять, как там от ловушки отбегать, блять, или как чуму выносить. Приключения. Как там вернуться на вальке. Замерз пиздец, блять. Да уж сегодня теплее. Готовка к лечу. А чё тут, блять, я, блять, но... Лич, он ледяной, морозный. Сори, ты там раскол. Я потому что в армсе сейчас я не статовый раскол. Так,
если будут ширкари сдыхать, вурдалаков поднабери себе. Посмотри по хп ширкарей. Вот вурдалаков парочку возьми, чтобы это... Ну, шаркарь в рейде. Шаркарь в рейде. Шаркарь в рейде, пиздец. Винстиллер, чума. Сейчас умрет, да? Диспельте. Хурюк, чума. Диспельте. На шаркаре, на маленьком, чума. Бина. На маленьком. Забери маленький. На тебе ловушка. Пробегаем тоже. Чума на нем тоже. Пробегаем, чтобы вынести к нему чуму, если что. А то он очень далеко стоит. Ты пиздец, ты еще у трона встань. Ты же понимаешь, что люди не добегут до тебя. И тут шаркарь на краю. Бегаем. Нихуя. Как он переагрил? Дотами, наверное. Стана не было. Ложитесь, прыгайте вниз. Зап. Ну и что, блять? Надежда тает. Я бы сказал, блять, что там надежда, блять. Хуев. Сними диван и спрыгни. Минут... Говорит, видимо, бигдем сегодня не ест. Переходку еще ждать целую. Там две вальки, одна резнулась уже. Все перепили. Она сейчас будет возвращаться, не бегите. Нет, наебал. А вот нахуй. Пошли. Воет пить банки, просто 15 минут осталось. Конечно, пить нахуй, а чё, блядь, молиться на них, что ли? Или чё, думаете, без банок убьём? Не убьём. Я думаю, ро уже будет. Пиздец вы, конечно, блядь. Вот бегайте сюда быстрее, кто там? Злобный притон. Где вы? Ебать нахуй. Чё, блядь, ну шкаф ебаните, они там хуй пробегут, вальки же там. Тыкаем. Ебаный в рот, блядь. Только присумонил уже, блядь. Портуются. Запустил лича. Когда будет трай, когда все нормально сыграют? Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Бросить ледяную скорбь и сдаться. Не, нихуя. Такого еще не было. Когда все нормально играют, там убивается лич.
С этого утра убиваем инфосутка, нахуй. Ловушка с чумой сейчас. Пробегаем. Секунду, ловушка. Пробегаем. Какие-то камни с неба падают, бля. Пробегаем. Я заметил одновременно и ловушку, и чуму кидают. Да. На первый раз. Ловушка, секунда. Пробегаем. Шаркарь. Ловушка будет с чумой вместе. Смотрим. На рарнике ловушка, а призина не чума. Не улети там, когда будешь бежать к рарнику. Не улети. Не улети. Пробежим дальше. Рарник. Ну, бля, не пробегай, ну ёбаный в рот. Пробегаем. Ты же понимаешь, что прямая линия до тебя мало меняется. Что мой круг шире твоего. Убегаем. Пэса чума. Че, нельзя здесь спальни? Там заражение нехило. Прыгаем вниз. Кто-то вылетел с хилов, наверное. Ну, доцепом вылетел, потому что щита вообще не было. Я залагал, сори. Я, блядь, только бегать мог, но не мог давать щиты. Хочу уже третью фазу поиграть, я ебал нахуй эту хуйню. Закрепы. Сейчас она обратно полетит, убедите. Тихоли дринк. Вальки летают.
Сейчас смотри, мы только его суманем, он сразу тут появится. Вон он, видишь, портанулся. Я же говорил. Запустил. Сколько там трайв? 5 осталось? 8. Почти что 5. Еще 3 раза прыгнул, собрал, и будет 5. 8, почти что 5. Хули нахуй. С нашими успехами, нахуй. Короче, нахуй, до утра траем, не дай бог не убьем, нахуй. Да ебал эти попытки, нахуй. Дай бог. Может админу написать, чтоб повысил попыток? Они говорят, что еще он тебе напишет, что еще сопрыва попрыгать хотите, да? Чисто ветерок южный. Кули, блядь, злобный резы. Это не блядь, а пиздец, нахуй. ГП дайте мне, нахуй. Вот что надо говорить. Ну, сука, ну почему? Ну, а где он лежит? Он в центре лежит. А. За центром. Пизда, я хочу спрыгнуть. Я уже хочу спрыгнуть, нахуй. А чё ржёшь, ебать, если лагает, пиздец, нахуй. Ладно, похуй. Лагает, да. Понятно. Я верю. Когда... А чё, теперь плакать, блядь, от взрыва? Нет. Да всё, всё, блядь. Поржём нормально. 8 драйв ещё есть, нахуй. Сука. Как раз 6 минут, ну. Да-да-да-да-да, ебашим. Чё, на ловушке не было? А вот, побежим. Скажите всем вместе, посмеёмся. Не страшны дурные вести. Начинаем бег на месте. Выигрыши даже голову начинающий. Красота. Среди бегущих первых нет и отстающих. Бег на месте общепримиряющий. Знакомьтесь, физрук, Слава. Разговаривать не надо. Приседайте до упада. Да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, тратьте лича, сколько придется. Водными займитесь процедурами. Ловушка, пробегаем. Да, походу под песни Высоцкого можно убить лича. Я в это стал верить. Так, Шектор с чумой. Кто же здесь пылит его? Равис с чумой. Шектор с чумой. А им похуй, да? А, шаркающий, да? Теперь прыгаем. Я понял. Че вы газуете? Да хуя вы ее диспелите? Раньше. Рарник, нахуй, а это что было, блядь? Это ты повернул на нас, да? Я понял. Нет. А, бля, понятно. Он на него дух кинулся. На разнике, что-то, видимо, там как-то произошло, так что. А, да не, ну ваншот-то 10 человек ничего убило, блядь. Че, сколько у вас осталось попыток? 100 попыток, давай, заходи. 0. Хил 0. Заходи. Кто там меньше всего дает? Седжу, да? Веселился, радовался, а теперь придется на замене. Пока, ебать. Холидринка заменить. Сори, что не доначил в игру. Почему холидринка? Да блядь, при чем тут донат? Там кто-то, там это же кто-то лагал. Я last try. Почему не доначит? Тут мало кто донатит. Топ 3 нету, так далее. Так. Синтек, заходи. Ладно, не расстраивайся.
Сисина тоже одну так, вещь только задонатил. Этот... Недавно. Так, блядь, плюсуй, значит, в рейд, хуй знает. Кого меня? Слышал? Я отправил. Так, ну давай тебя сразу на тебя мастера и кого-то на синтек от самого слабого ДД. Тот рул Д, да, менять? Сейчас только мне неизвестно, блядь. Так, давай трул Д. Че неизвестно, давай, блядь. Ебани там по компу с ноги, блядь, чтобы уже пиздец все прогрузилось, нахуй. Че-нибудь там, блядь, подшумал. А, блядь, не дай бог, нахуй. Да сдашь ты эту математику? Вот с вами стою. Удачи, парни. Трул Д больше меня дает, или? Трул Д, ты готов еще траить? Там Сед же хочет отдохнуть. Давай Седжу тогда посидит, почилит на стриме. Может, это как раз из-за него не можем убить. Это так всегда из-за меня ничего нельзя убить. По-любому. Че, я ушел, профа убили сразу. Мы убили. Мы уже Джайну убили, но был откат и Лич, ну, восстановился. Глора выпала, я себе забрал. Блять, заходишь или нет? ГЦ, ГЦ. А, ты уже зашел? Что? А, ты вот тут уже. Чё, ГЦ, и мой Глора тоже откатилась. Ты прогрузился? Так, сейчас будет 5-6 хилов. Теперь точно смерть от заражения нам не страшна. Так, что-то вы мне кидаете обмен. Фласочка надо, фласочка. Какая фласочка у этого, у Шалфира фласочка? Я ему давал, блядь. Бля, там 2 минуты осталось. Именно, какая фласка нахер 2 минуты осталось? Какие 2 минуты нахуй, и что, блядь? А у нас РТ до скольки? До 12, ну то есть до 8. Хорошо, кто сейчас хочет уходить? Плюс в рейд, сразу. 2 минуты у кого осталось? Так, Invisible Genshin. Ебать! Что ж такое, ребят? Так. Плюсуем на замену. Кто там есть замена? Седжу. Да фласку не жмочек. Да погодьте, чё вы фласку вы просите? Всё, нахуй, завтра уже пораздаем. Завтра будем добивать этого пидора. Сколько там траев на нем? 7 осталось, да? Вот 7 траев. Стоял, стоял, сел. Где Шалфир? Где он нахуй? Так. Шалфир скинулся. Не, нихуя, он хитрый просто. Я всех с отменой. Ого, ГБ. С днем отмены ГП. Да. А, сука, упал. Лох. Хорош, блять, маг, нахуй, который поставил 2 портала в одном. Молодец. А кто, кто, кто? На маге поиграть. Я завтра опоздаю на полчаса.